Это видео подготовлено специально для сайта Ассоциации репетиторов repetit.ru. Добрый день, меня зовут Скобелев Андрей, мне 25 лет, я являюсь преподавателем английского и французского языка в течение уже более 5 лет. Для начала позвольте рассказать о моем самом главном увлечении – преподавании. Я закончил Казанский федеральный университет в 2019 году по направлению международные отношения. Преподавал историю России, английский и французский языки в частной школе Квентин. Во время своих студенческих лет я активно занимался волонтерским движением и обучал ребят со всего мира. В своей работе я предпочитаю использовать индивидуальный подход, так как считаю, что именно индивидуальный подход помогает достигать максимально быстрых результатов в короткие сроки. Кроме того, считаю необходимым следовать новейшим инновационным методикам для того, чтобы не упустить новейшие тенденции, так как наш мир не стоит на месте. Я верю, что могу поделиться своим опытом, передать его вам, вдохновить вас на изучение английского языка. Буду очень рад вас увидеть на своих уроках. Hello everyone! Firstly, let me introduce myself. My name is Andrew and I'm 25 years old. I'd like to tell you about my one biggest passion – is teaching. In my work, I prefer using the individual approach to each pupil because I believe that it helps to achieve results faster and better. So, I think that we should follow the innovating techniques because the world is moving on. I work as a history teacher in a private school in Kazan. Also, I was a sport volunteer and taught different people from different countries. So, I'd like to inspire you to explore the amazing world, the world of English. I would be really happy to meet you at our lessons. See you soon. Goodbye.